Добрый день. Мы в штате Нью-Йорк встретили афганскую собаку, которую зовут... What is his name? Sudan. But you from Sudan? No. I'm gonna get the... I love it. I love this dog. Okay, thank you very much. Вот это собачки. Да? Мне так понравились эти собаки. Я вот такой в магазине цветов. Называется Home Depot. То есть все для дома. Все, что хотите. Ну, я уже не говорю про цветы. Что есть, какие хотите. Красота здесь. Сюда. Здесь трактора. Home Depot. Здесь Зоя. Она выбирает цветы какие-то. Зоя, а ты какие цветы выбираешь? А что здесь? Саженцы, помидор? По-моему, я приехал. По-моему, заряд кончился. Все. That's it. Ну ладно, хорошо, что делать? Слушай, я сфотографировал этих собак. Такие красивые. Это афганская собака, представляешь? Афганская, с Афганистана, а зовут ее Судан, потому что он с Судана. Так, ну давай, выбирай цветы. Может быть, нам бы тут каждый день что-то посадить, что-нибудь полезное. Что-нибудь полезное? А вот, а там те цветы... Слушай, все, я не могу ехать. Я не могу ехать, надо... Нужно новую поменять. Нужно новую. Пусть они сами. Сейчас я возьму новую. Сейчас, секундочку. Трактора. Сколько стоит? Нормально. 2749. Ну шикарные, правда, трактора? Это магазин Home Depot, все для дома. Зоя, то, что там в тележке, подожди. Надо переложить, Зоя. А что, что я ставила? Ну, я же не могу взять с собой. Сейчас я возьму другую. Да? Здесь вот эти трактора. Красивый. Вообще шикарный магазин. Называется Home Depot. То есть все для дома. А это сенокосилки, уникальные, красивые, 3799, нормально, ну хорошо, огромная плаза с автомобилями, а сейчас начинается сезон, дело в том, что уже конец мая, идут строительные работы все, строят, ну хорошо. Еще встретимся. Хорошего вам дня. Всего доброго. До свидания.